мой автомобильчик пошел на техобслуживание. Ай, да ну. А я в Ростове, на дому. А я в Ростове, на дому. Ай, да ну. Он не знал, как им управлять. Он взлетел и все. Куда летит, фиг его знает. А сейчас вот такие простые вещи, и они уже, о, туда летят, сюда летят. Все это стало ТО на 260 тысяч километров. Вот это я сам обломал. Лазил нафиг. Это у нас фильтр воздушный. Вынули. Это масло у нас. Кстати, масло по дороге. Сказала, что оно сухое. Но насколько видим, масло есть. Интересно, чистенькое. Это жидкость в норме, но всегда черненькая. Это жидкость, я не знаю, что за жидкость. Юрий, вам говорит, что масло у вас на минимуме? Что? Точнее, даже меньше минимума, уровень масла. Ну да, как раз она и выдала по дороге, что уровень масла... Ну, видите, недопустимое даже значение ниже минимума. Но она сейчас чуть-чуть настоится, она дойдет до минимума. Что масло минимум. Это ровно, литр не хватает, когда так пишет, чтобы впускной патрубок ничего не сюда. Я недавно как раз LX на том делал. ТО на 60 тысяч. Я увидел. Вот. А то на ютубе уже видео, посмотрели, видео, да? Все три части. А теперь вот как раз на 260. Отойдите, пожалуйста. Давно машина у вас? Машина с 2007 года. Ей, то есть уже у меня 11-й год. О. А вообще-то машина 2002 года. Но ездить на ней очень приятно. Да, это точно. Едешь как даже на корабле. Вот эти 5 минут, которые здесь от мойки, например, до лимзоны. Посадка другая, комфорт вообще даже другой. Вот поэтому не хочется ее и менять. Ну, пока служит еще. Буду знать, как-нибудь заменю. Проверим. И наконечники, шарнули. Хороший.
все четыре подшипника хорошие, но кто-то по колесам. Угу, это хорошо. А по пневмоподвеске были какие-то проблемы? А я ее заменил. Заменил выхлопную систему, заменил. А с выхлопной что делали? А полностью заменил, да. И амортизаторы все. Поменяли. Диски новые, я вижу, стоят, да? Наверное. Да, без выработки. Ну, недавно установлены. Колодки у вас еще нормальные, где-то миллиметров. Ну, на взгляд, сантим точно есть. Ну, там датчики есть, если что, он все равно покажет вам, что колодки изношены. И то же самое с этой стороны, равномерно, в принципе, стирается. Все хорошо. Хорошо. Датчик у вас только с одной стороны стоит, с правой, так как обочина у нас всегда грязная и пыльная. И задний датчик должен стоять с левой стороны, если он, конечно, присутствует. А, машине. А, он у вас здесь справа тоже стоит. Ну, многие производители по-разному ставят, но в основном или перекрещивают, то есть задняя лево, передняя право, или наоборот. Нормально еще колодок, нормально. И диски тоже видно без выработки. Ничего, это резинки не порвались? Резинки нет. Сейчас посмотрим, я, конечно, еще не смотрел. На самом деле резинки у них вот по пыльникам только на очень больших пробегах начинают лопаться. И то больше всего начинает лопаться, где хомут, почему-то расслабляется сам хомут, и оттуда начинает вытекать жидкость. Ну, обычно, в обычных гаражных условиях снимают, чистят, мажут. Ну, а мы здесь их меняем, то есть в горе. Новая, да, у вас стоит? Да, с раздвоем, я так понимаю. Сейчас я еще подергиваю ходовку. С раздвоем еще хорошие. На шаровых. И на наконечниках. Тут менялось где-то недавно. Лифтов никаких нету, пыльники все целенькие, рулевые тяги все целенькие. Стоки стабилизатора тоже нормальные. Зазора во втулках стабилизаторов тоже нету. Но вы какой-то дискомфорт чувствуете во время езды? Есть? Не, нормальненько я еду. Очень хорошо. Трещин ничего нет, абсолютно все четко. Сейчас еще заднюю часть посмотрим. Здесь тоже наконечником. Тоже все хорошенькие резинки, упругие, не высохшая резина. А, в хорошем состоянии. По редуктору потеков никаких. Вообще Lexus такая машина, что она сделана очень надежно, если сравнить с другими европейскими даже брендами. Это демпфер у вас. Здесь нормально. Муфта в хорошем состоянии. Коробку ремонтировали, да, или меняли фильтр с маслом? Ну, когда там положено, меняли, а так при мне не ремонтировали ничего. Все хорошо. По крайней мере, ничего критичного нет. Шланги тормозные тоже в порядке, трещин нету.
сломались? А, нет, да? Да, тут все поломалось. Вот оно, да? Да. Что можете сказать о масле? Ну, на вид она такая темноватая, ну да, темное масло. Карелом не пахнет, конечно, но темное. Уже отработало свое. Пора менять. Конечно. Да, и уровень у вас упал. Смысла доливать нету, так как уже по пробегу у вас. То есть оно вот залили нормально масло, да? Угу. А, течи никакой нету. Значит, нет, она абсолютно. Его просто-напросто там. Уже моторное масло сидит. Свои свойства теряет, да, оно начинает терять уже где-то на 6-7 тысяч, ну и плюс еще выгорает потихоньку. Да, вот так вот, поэтому и мало, да? Да. И пробег тоже у машины большой, тоже где-то что-то кушает. Но если за 10 тысяч, в принципе, литр ушел, ни разу не доливали, это, в принципе, нормально для такой машины с таким пробегом. Двигатель не маленький. Ремень на вид хороший, без камушков, без пыли, не потресканный. Это ремень на агрегаты, дополнительный кондиционер, генератор, гидроусилитель. А, нормально, хорошо состоит. Потеков абсолютно никаких. Это новая шайбочка, она алюминиевая, покрыта специальной краской, но она как бы как герметик. Одноразовая? Одноразовая, да. То есть ее один раз затянул, и она вот деформируется и превращается вот в такую большую некрасивую. То есть второй раз, в принципе, ее можно затягивать, но по правилу надо поменять и установить новую. А там есть вот такие вот, ну вот это как... Это чашечка специальная под ваш фильтр, а вы имеете в виду универсальный, который как краб, да? Нет, я просто, что на фильтре самом есть вот такие вот, как это называется? А, по форме, да, то есть по форме ребра сделаны. Ага, то есть он... И он за эти ребра цепляется. А, есть, просто оно не видно, да? Ага. Ну, есть и фильтра плоские, ну, то есть, ну, круглые, имеется в виду, никаких ребер, но они снимаются обычно крабом, а затягиваются вручную, ну, то есть, без какого-либо инструмента. В принципе, для фильтров усилия большого не надо для затяжки. Упаковки и плюс еще на резинке уже смазка присутствует, то есть не надо промазывать маслом, чтобы он скользила резинка, не рвала ее. Вот эти ребрышки, за которые цепляется. Да, 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 стоят новые колеса. А, я их купил. Да, 8 миллиметров. Сейчас я заднюю попросил. А, задний у вас
и другого рисунка, да, стоит? Да, 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 да. Здесь да. Отметка есть 4 мм, вот она тоже как показатель. Ну, вот здесь 5 показывает, но 4 это вот практически до... Еще миллиметр у вас остается, но это уже ездить нельзя. И видите, угу. У вас еще снежинка стоит. И вот когда вот эта снежинка у вас пропадет, то есть снег, она уже не будет функционировать, не будет держать. Ровно. Резина ровно и по осям. Хорошо. Равномерный износ идет. Да. Ну, я их по поставил. Никаких нету уже. И летом на ней гоняю. Мне нравится. Ездите, да. Быстро не едете, в принципе. Ну, я особо просто быстро она не на больших скоростях уже резина начинает плавиться, можно сказать, уже неустойчивая. Машина себя начинает вести. Не, я очень редко позволяю себе на ней сжигануть. Иногда надо. Чтобы ну да. Все масляные каналы прочистить. Ну вот иногда. То есть, когда большая скорость, значит, вот эти масляные каналы, чем это где? Больше, на, да. На коробке прочищается или где? В двигателе. А, в двигателе. Ну и то же самое и на коробке, везде продуваются они. Просто если ездит ну, постоянно... Ну а какая примерно скорость должна быть? Скорость, в принципе, как сказать, не важно. Важно, как вы, например, резко трогаетесь. Ну, этого, конечно, делать нельзя, но все равно надо иногда, чтобы угу. двигатель прочищался. То есть, когда давление масла низкое, оно, грубо говоря, на холостых там около 4, да, идет, и вы вот в таком режиме где-то едете, там 2-3 тысячи оборотов, давление, ну, не превышает угу. высоких значений. И как бы каналы потихоньку-потихоньку в этих каналах образуется масляная, ну, масляный нагар. И если вот так вот постоянно ездить, просто этот канал забьется, и уже будет плохо подаваться угу. масло, и будет и высокий износ деталей происходить. А если иногда хотя бы прочищать эти каналы, тем не менее, угу. то есть, ну, чуть порезче тронуться, то есть, чуть-чуть тронулись и больше газу дали. Хорошо, будем знать. То лучше это будет. Фильтр поменяли, новенький стрий. Сейчас обратно защиту пластиковую поставим. Ну, вообще-то он просто... Вот эти вот закладные надо поменять, пластиковые, и на нормальные болтики прикрутить. А есть они, эти закладные? Ну, их тоже, мне кажется, только под заказ, потому что вот детали, да. Все под заказ. А тут? Да, тоже. У вас сейчас 30 миллиметров толщина диска, отбраковка идет 28, то есть еще 2 миллиметра у вас есть остаток. По колодкам у вас как раз получается миллиметров 7 внутренние и столько же наружные.
Ну, остаток у них 1 мм. Маску нанесем, чтобы не прикипало. Это очиститель тормозных дисков. Жир убрать. У нас, который сейчас попал от медной смазки. Ключам правильный момент. Же самое из промеряем вот этот диск. Сейчас еще раз, секундочку. Он 15 получается, то есть минус 2 миллиметра, где-то 13 от браков. И колодок миллиметров 5 с наружной стороны. И практически 5 с внутренней стороны. То есть вот передние колодки, они что, это потолще будут? А, в основном всегда, да, передние колодки толще будут, чем задние. Потому что усилие торможения, вот, там видите, спереди больше, чем сзади. Поэтому и диски тормозные идут спереди. И износ больше, идет, значит, спереди. И износ больше, да. То есть, в принципе, получается, в основном меняется два раза передние колодки, один раз задние колодки, вот в таком периоде. Вот, допустим, затянем колеса, кинем из подъемника, даем масло, поставим воздушный фильтр и заменим колодки. Задержки 140 ньютонов или 14 килограмм. Выставляем на динамометрическом ключе указание 140, ну, то есть 150 минус 10 и здесь 0, 140 ньютонов. И до щелчка. Сюда сколько заливается масло?
Ну, где-то 5800, где-то вот так вот выходит. 5600, 5800. Сейчас по максимуму получается. Сейчас мы заведем фильтр, заберет в себя масло. Потом еще. А не могли бы вы сказать, вот что тут за жидкость имеется? Вот это что такое? Это у вас тормозная жидкость, ну здесь масло. Да, она чистенькая. Но она вообще по регламенту меняется. Здесь у вас жидкость гидроусилителя, здесь жидкость системы охлаждения. Чего, в принципе, нет воздуха. Это воздушный фильтр новенький, чистенький. Угу. Старенький ваш. Эти уже и грязные, и пыльные, и уже инородные тела там есть. Устанавливается, в принципе. Сейчас сложим, защелкивать, да, воздух. Все равно ремонтирую, видите, деформация у вас произошла. Может зацепить за ваши двери что-то. Поэтому вырвало крепление его. Грязный. Очень. Этим вы дышите в первую очередь. Ну, вроде мы вовремя меняли. А его, в принципе, на каждое ТО надо менять. Ну, у нас такие условия, что... Старались и на каждом ТО менять. Ну что, автомобиль готов, 260 тысяч километров пробега, будем бежать дальше. Спасибо. Пожалуйста. Покатили. До свидания. До свидания.